Dota 2 and Hearthstone, CSGO and StarCraft 2, the largest contests in the history of esports. Among the national teams, World Electronic Sports Games, the World Championship with a total prize pool of $4.5 million. Registration for Europe and CIS regions is open. The finals will be held from October 6 to 9 in Kiev, Ukraine. Win your slot in the finals of the World Championship. Register right now. Друзья, всем вновь привет, с вами студия StarLadder, Лебедь, Тварына, и мы комментируем Америкас. В финалах уже знаменитый Монако, и сейчас нас играет не менее именитый оппонент, один из которых прошел по Техвину. Да, Коста-Рика против Колумбии, это второй полуфинал. Надеемся, что он будет таким же ярким и насыщенным, как и первая сегодняшняя встреча. Монако уже... В гранд-финале он ожидает своих оппонентов. Есть, кстати, сюрприз для наших зрителей. Веб-камеры от игроков. Дилан Кву 17 против Даркедена 94. Да, друзья, Коста-Рика против Колумбии. Замечательный был первый полуфинал. Ну и давайте по колодам. Первый у нас сыграет... Это Коста-Рика. Да-да-да, представитель Коста-Рики, я как раз смотрел. Коста-Рика, Дилан Вгу сыграет у нас на мидрейндж охотники, в котором присутствуют Эль Кураторо и Рагнарос. Это вообще-то секрет охотник, Михаил. Это секрет охотник, да? Mm-hmm. Сейчас... Да, все правильно, это секрет охотник, да, вы правы, Александр. Секрет охотник. Впрочем, как всегда. Энзот, паладин, два кода, мурлок и энзот, мурлок, пал. Причем очень тяжелый энзот, мурлок, пал. Тут есть энзот, две мурглвратности, Тирион, светлый Рагна, Сильвана, Керн, две лошади и два кода. Ну, то есть это энзот, мурлок. Очень жадный. Да, очень-очень жадная редакция. Агро-шаман и темпо-мага. Вот его оппонент Даркеден сыграет нас на мидрейндж как раз охотники. На его колоду mm-hmm. смотрел. Что интересно, в его охотнике есть флеер. Осветительная ракета. И эта ракета сыграет против, собственно, охотника. Секрет-охотника, да, его оппонента. Вгу. Дальше есть шаман, мидрейндж, все-таки, да, это мид-шаман, без алакира. Есть друид, это токен Йоксарон с двумя порталами. И последняя колода, это фризмаг с зараженным кобальтом. Интересные лайнапы. Энзот, мурлок, паладин, секрет охотник и мид охотник с... осветительной ракетой. Uh-huh. Да и фриз, в принципе, всегда интересно наблюдать за этой колодой. И первый матч, который мы посмотрим, это встреча темпо-мага против фриза. Сразу же вспоминается гранд-финал европейского летнего чемпионата, который не так давно отгремел. И тот знаменитый заход на темпо-маги от доктора Хиппи. Дилан Гву сразу видно не доктор Хиппи. Меньше тренировался. Да, стартовая рука такая себе. Но всегда есть топ-деки. А тут конус холода, фростболт. Тоже конус холода, интересное решение. То есть это карта, которая тоже на протяжении всей истории фризмага то появлялась в одной копии, то убиралась из сборки фриза. А Даркендер играет и конус холода, и зараженного кобольда. Интересно. При этом не играет модную нынче, я так понимаю... карту зеркальной копии. Что интересно, по фризу. Значит, у нас есть флеймстрайк, который сейчас во многих фризах вышел. У нас есть зараженный кобальт, у нас есть конус холода. У нас нету зеркальных копий. И один секрет один, получается? Один айсбарьер, да. Угу. Ну, два логично, айсблока, один айсбарьер. Ну, тоже такая версия своеобразная, но... Я бы не сказал, что это прям супер как-то экстравагантно. Ну, во фризе сложно найти вот... Не, ну это нормально. То есть решения, которые прям будут совсем странными. После того, как ученые пропали, то один айсбарьер играл в некоторых колодах. Вот зачастую, если закидывают две пары зеркальных копий, то один айсбарьер убирают.
Ну, две пары зеркальных копий, я, кстати, и не припомню. Ну, в самом-самом начале играли, как только вот зеркальные копии залетали в колоду, там играло прям две пары, потом кто-то убрал их вообще, кто-то оставил одну, но и сейчас зачастую, как правило, играется четыре секрета и одна пара зеркальных копий. Mm-hmm. Ну, соответственно, либо Флеймстрайк. Угу. Некоторые вот, кстати... Тоже Пиробласт, просто вспомни, раньше Пира играли, не играли в Флеймстрайк. Сейчас от Пиробласта отказались почти все. То есть очень, очень редко мы можем видеть, да, и, кстати, это заклинание. И добавили много кобольдов. Играли. Да, и некоторые добавили к себе в колоду. Я вот смотрю, что Антонидас потихоньку возвращается и на том же Везге. Mm-hmm. Он у нас был в Британии. То есть дефолтный фриз просто вместо зеркальных копий играет Антонидас. Потому что мета чуть тяжелее, мид шаманы те же, варов много. Как мы знаем, на Везге банов нет. Ну и вот она, книжка. Да, и Антонидас появляется только уже у Темпомага. Да, и книга притаскивает отраженную сущность. Уже вышли две ученицы чародея, на которых Даркиден потратил ледяную стрелу и забытый факел. И как будет отыгрывать здесь колумбийский фриз? Отдавать монету не хочется, наверное, стоит как раз, да, ледяную преграду разыграть. Просто пинг в книгу очень пассивно выглядит. Ну и тут по мане неплохо, неплохо стоп-дека. Фолиант заходит как надо. Или нет? Ну, похоже, что все-таки лазурный. Ну, лишнее существо. Обрегать фриза. Да. Ну да, наверное. Аркейн Мислы уже, и можно неплохо пострелять с тем же поджигателем. Ну, отслиплись две чародейские вспышки. Нет на столе пока существ у фриза. Ранний добор не зашел. Вот только первая карта, которая позволяет перебрать колоду, а именно Служитель Боли, появляется для Даркидена в виде существ. До этого был сыгран Интеллект Чародея. Ну, думает над розыгрышем Айсблока прямо сейчас. Но мне, честно говоря, Айсблок пинг не нравится. Мне больше нравится Акалит и пинг в Акалита. Мне кажется, что тебе нужно искать шестой, седьмой ход. То есть у тебя в любом случае на Next есть Blizzard. Но тебе нужен урон, тебе нужен Таурисан. У тебя есть на девятой Алекстраза. Если ты сейчас надрываешь урона, ты на девятой играешь Алекс, на десятой оппонента уничтожаешь. Мне кажется, что Акалит это перспективнее ход и сильнее. Ну а вы как думаете, Александр? В принципе, и то решение может быть, но перебор колоды прямо сейчас это действительно более логическое просто решение. Просто айсблок, ну понятно, то есть, да, айсблок это круто, но у тебя 37 хп, на столе 5 урона. Не думаю, что он этого стоит, но и вот чердейская вспышка наконец находит себе применение. Будем отдавать сейчас Аркейн Мислы просто для того, чтобы стрелять и вносить урон. Да. Я думаю, что да, тем более сила магии. Или под Антонидас оставляем. Мне кажется, можно было отдать. Это получается сколько? 8-12 урона. Угу. Прямо сейчас. Второй айсблок заходит для Даркидена. Ну, как бы, сохранить их тоже нормальное решение. Получается 11 урона тут за счет прожатия билки на единицу меньше. Ну и везет сейчас Дилан в ГУ, что нет у его оппонента монеты и флеймстрайка. Ну, кстати, пока что эта пара... Все ровно. Да, то есть пока что все четко, не Монок оставил. Тяжело будет в гранд-финале одному из этих парней, кто бы не победил. Антонидас на стол, да? Хороший ход. Вытягивает на себя в любом случае целый ход в виде фаербола и пинга. Ну или факел, но не думаю, что факел стоит отдавать. Ну и вот теперь очень неприятная ситуация. Непонятно, как действовать Даркидену. Давай смотреть. Фаербол, пинг однозначно должны улетать в Антонидаса. Нельзя этого парня оставлять. Вариант наподобие Blizzard Lens. Ты его не забираешь. Один хп остается на пинг, не хватает. Да нет вариантов. А можно еще сыграть, отдать монету в секрет сыграть, тогда нужно играть зажженный факел. Тогда факел играем, пинг, да? Монета и айсблок. Но, наверное, все-таки
Мне через огненный шар больше нравится. Слушай, а если учитывать два айсблока в руках, мы бы сейчас вообще сыграли айсблок и пропустили ход. Дело в том, что наш оппонент никак тебе сейчас не собьет 29 хп, и на следующем мы бы играли Алекс через монету. То есть игнорировать Таурисана? Да. Нет, мне не нравится. А почему? Ну, то есть, логика заключается в том, что у темпа мага нету защиты. Это понятно. Ты сейчас играешь айсблок на next Alex Face, и у тебя уже 12 урона в руках. Заходит Frostbolt, летал. Заходит Ice Lance, летал. Заходит Факел, летал. А да, понятно, это рискованно. Если не заходит, у тебя есть еще один айсблок. То есть ты сейвишь себе после Алекс 3 хода, учитывая, что еще оппоненту нужно разменять дракона 8-8. То есть, ну, да, есть, но есть это, логика в этих словах. Это агрессивное решение, но это понятное дело. Но мне кажется, что в этой ситуации оно бы, ну, было к месту. Просто отдавая сейчас фаербол, ты рискуешь остаться без урона под Алекстразой. Сначала не фаербол, даже зажженный факел. Да-да-да, зажженный факел, прошу прощения. Что вот теперь Алекс в лицо. Оппонент вынужден трейдиться с Алекстразой. Не знаю, тут и то решение. Мне все-таки нравится, ну, как бы, более сейвовое решение. Пропали, к сожалению, вебки игроков. Зачем играть сейчас в Blizzard? Вот теперь мне точно Алекстраза нравится. Ну а теперь уже урона в руках нет. Ну в смысле, оппонент обязан трейдиться с Алекстразой. Как ты будешь с ней трейдиться? С столом, тогда ты не срываешь айсблок. Ну, может, просто заморозить. Не знаю, мне Алекстраза нравится сейчас. Мне Алекстраза еще больше нравится на предыдущий смайт. Просто смотри, а почему не сыграть сейчас Алекс? Вот серьезно, оппонент или трейдится с Алекстразой, или срывает айсблок. И то, и другое сделать невероятно тяжело. А вот теперь он срывает тебя из бок прямо сейчас, и ты не можешь играть Алекстразу. Ну теперь Алекстраза себе в лицо, вероятнее всего. И Акалитом добирать Монозмея, ну... Не знаю, мне кажется, что Даркиден перемудрил, ну, вот и... Ну, точнее, наоборот, он не перемудрил, он сыграл слишком сейвово, то есть такой вот... Это суперсейв излишний, который... Это не ход на победу, скажем. Когда, как говорится, такой терпильный выбор, и вот два хода слишком жестко протерпел Даркиден. Он мог сыграть фул агрессию, именно тот ход, который я предлагал. Он мог сыграть просто Алекс сразу, как вы, Александр, предлагали. Но вот Даркиден выбрал вариант терпеть, просто непонятно теперь, что. Теперь у тебя вообще хода не будет Алекс сыграть. А играть Алекс на себя, как ты будешь оппонента убивать? Не знаю, не очень мне понятно. Передержал дракона. Даркиден. Ну, давай смотреть, что там будет. Мудрить. Алекс себе фейс не будет играться, будет играться айсблок, который вновь будет сорван. Ну там просто пинг тебе его сорвет. И уже после того, как тебе сорвут второй айсблок, ты в лицо себе Алекс сразу. Ну все понятно, оппоненты у Монока уже есть. А ведь еще несколько минут назад мы говорили о том, что парни-то... Не, ну в смысле, Дилан Гву играет нормально. Да, где Лангву претензий нет, но в предыдущем полуфинале Вот тоже играл нормально. И где сейчас Вот? Ну там было несколько, скажем так, спорных решений, но в целом Вот оставил нормальное впечатление. Но он ничего не смог сделать с Монока. Так что... И там отраженная сущность и антимагия. То есть мы выставляем Алекстразу, и наш оппонент получает Алекс, и нас леталит. Пара-пара-пам. Алекс себе фейс и отраженную сущность. Будем контрить айсленсом. А, нет, стоп, там же антимагия. Вот незадача. Ледяное копье! Отменено. Охрана отмена. И Даркиден считает, что он проиграл, потому что оппонент блокирует.
Ну, в смысле, естественно, антимагию ставил. 1-0. Темпомаг оказался сильнее. Фриза. Дилан Клуш вырывается вперед. Ну и пока что Коста-Рика впереди. Что тебе больше импонирует? Костариканский хардстоун или колумбийский? Ну, не знаю, но это очень тяжелый вопрос. Это как... Не знаю. Ну, правда, то есть, ну, как по мне, это нельзя сравнивать. Это как выбирать там, что ты больше любишь, мясо или кофе. То есть, мясо или кофе. То есть, настолько разнятся. Да, то есть, это не просто разные вещи. Я бы сказал, что это вот именно основа, то есть, база вот у этих школ, она настолько отличается, что, ну, их даже в какой-то мере некорректно сравнивать. То есть, и то круто, не от того, да. Не от мяса, не от кофе, ты отказаться не готов. Да, конечно, то есть... и то круто, просто, ну вот, как это сравнивать между собой, я, честно говоря, не знаю. Ну, я считаю, что исчерпывающий ответ. Но пока что кофе побеждает. Нет, кофе это Колумбия, Коста-Рика это мясо. Мясо побеждает. Вы все-таки думаете, что Колумбия больше славится экспортом именно кофе? Ну, да. Ну, не только кофе, конечно. А чего еще, Александр? Ну, есть сигары. Сахар. Ром. И еще одно целебное растение. Да. Да, именно так. Это что-то знаменитое. Колумбийские сигарные бароны. Подорожники, я имею в виду. Колумбийский подорожник. Колумбийский подорожник. Да. Приложи, и все пройдет. Главное, в нужное место приложить. Да, именно так. Ну вот. Вот. Монако явно приложил, мне кажется. В первой игре, а что нас ожидает в гранд-финале, я даже боюсь представить. У нас, опять же, небольшая пауза. Думаю, что можно переключиться на комментаторов. Ты думаешь, стоит? Недаром мы рубашечки надели. Ну ладно, Михаил, если вы настаиваете. Та-дам! И вот снова мы, друзья. Здравствуйте, доброе утро. Просыпаемся, смотрим ВЭСК, Старладдер с вами. Тварына и Лебедь, и, конечно же, колумбийско-костариканский полуфинал. У нас сегодня еще два матча, два Best of Seven, традиционно уже на этом турнире формат проведения Conquest. Каждый из игроков заявил по 4 колоды, не было банов здесь. На стадии обычно на стадии вот отборов игроки заявляют по 3 колоды, и если они попадают в полуфинал, они еще дозаявляют одну деку, на которой будут играть на стриме. Но сегодня два участника сразу заявили 4 колоды. Почему, спросите вы? А потому что не нашлось у них достойных оппонентов, и они сразу попали на стрим. Да, то есть через техническую победу, прям замечательно, парни. Подготовили замечательно колоды и их сразу взяли на стрим. И в принципе это достойные участники. Нет никаких претензий у нас к игрокам сегодня. Да, абсолютно. Они дарят нам позитивные эмоции. Ну и что, Даркиден думает над Мулиганом. Такой колумбийский лайф-коуч. У него довольно медленный стиль игры. И смотреть мы будем за Мирура Охотников. Но версии хантов разнятся. Это секретный охотник против мид-охотника. Но у мид-охотника есть та самая ракета, которая может секрет-ханта просто наказать. Взорвать. Ракета, которая взорвет твоему оппоненту секреты. Секреты. Угу. Да, именно секреты я хотел сказать. Подожжет секрет. Причем и тот, и другой игрок играет Рагнарос. Ну и вот первый ход. Просто три бабушки уже в руках обоих игроков. Бабушка Стоун знаменитый. Ну, кстати,
Были у нас карты с механизмами, которые синергировали при четырех механизмах на столе и собирались. И вот, возможно, четыре бабушки могут собраться в ЖЭК. В ЖЭК. Так, возвращается у нас в камеры. Можно еще классы игроков, кстати, заменить. Сейчас они играют явно не уже не Mirror Magus. Вот, по-моему, уже почти ЖЭК. Да, почти ЖКХ. Но, к сожалению, одна из бабуль запоздала. Пробки. Либо пересмотрела там любимый сериал какой-то. Да, там просто... Рабыня Изаура, там, не знаю. Может, не любят с другими пенсионерами тусоваться. Бабушка-отшельница. Бабушка-отшельница? Аскет. Аскет, да. Разбивается у нас. Скрывается, короче, две бабки. И скорострельность добирает волка. Большая жаба приходит. Огромная, Михаил, жаба. Огромная она жаба? Она просто огромная, она небольшая. Огроменная. Самая большая жаба. Зараженный волк. Применяется уже Даркиден для розыгрыша псаря. А лука орлиного рога разбивает паука, вскрывается третья бабуля, играется топор уже после этого всего. И питомец. Призыв питомца приносит Леока. Ну что, разменим волка через псаря. И у нас остается стол сильнее. Мне кажется, это хороший ход. А стоило ли вскрывать бабушку? Возможно, сначала трекинг сыграть, получить Леока и в лицо пробить. Мне, честно говоря, больше нравился ход через огромную жабу, и квикшот в паука. Для того, чтобы убрать всех бестов со стола и не дать оппоненту никакой синергии. И у тебя остается бабуля. Ну, бабуля не осталась. Ну, то есть, волк, да, остается волк из бабули. Ну, то есть, два зверя, 3-2. Оставались бы на столе. 3-2, причем один из них с предсмертным хрипом. И пятый ход мы уже можем потратить на трекинг в попытке найти высокогрив. Но иное решение. И оно также приносит свои дивиденды. Первым высокогрива выставляет Даркиден. Вот, кстати, еще одна карта, друзья, которая переживет в скором времени нерв. А где секреты, кстати? Анонсировали этот нерв вчера вечером. Можете найти в официальной группе Старладера или в наших соцсетях. Зов лесов теперь будет стоить 9 кристаллов маны. Михаил, а вы не могли бы открыть версию охотника от обоих игроков? Где секреты? Не похоже это на секрет ханта. Ну, у Даркидена правильный хант. А вот у Дилана в ГУ, смотрите, у нас есть все то, что он играет. Просто, судя по всему, не заходит ни лазурные драконы, ни куратор. А что из секретов играется? Фокус-котус. Фокус-котус, медвежья и... Ну, то есть это не тот нет, секрет... Александр, это все. Два секрета. То есть это не тот. Просто я бегло пробежавшись, я уже привык, что если играется фокус-котус медвежья, то это вот охотник с огромным количеством секретов. А это вот такая интересная версия. Да, причем, как вам набор секретов фокус-котус и медвежья ловушка? Великолепно. Великолепно. Да, друзья. Я думаю, что истинные ценители охотников тоже оценили бы подобное решение. Возможно, Ник Чиппер смотрит нас в это время и крейгазмирует. Записывает. Угу. Я видел в чате, кстати, Игоря Безбородова.
Игорь, Володя, большой привет. Я очень надеюсь, что Игорь увидел Слизнюка сегодня и тоже испытал позитивные эмоции. Да, Игорь, если вы вот смотрели первое Best of 7, я надеюсь, у вас все будет хорошо. Вы его забудете когда-то. Ну и вообще, но друзья, это не точно. Всем в чате привет! Хотел бы передать привет чату Старладера в прямом эфире. И Фэйс. Ну что-то мне кажется, что Даркиден понимает, что он проиграл. А вот если бы зов лесов уже стоил 9 кристаллов, то колумбийский игрок вышел бы из этого противостояния победителем. Нет, он все равно летал через лук и способность героя. Не слезет. А все почему? Потому что сборка охотника от Дилан Гву с фокус Котус и медвежья ловушка оказалась сильнее, нежели более привычный мид-хант от гораздо сильнее, Дарки в разы. Да. На голову 2-0, сильнее. Коста-Рика впереди планеты всей. На данный момент безжалостно разделывается с Колумбией. Я уже побоюсь за Монако. Ну, Монако топ-1 Колумбии на данный момент. Она Даркиден. Нет, на самом деле, если верить словам Монако, то он топ-1 в Колумбии по версии Монако. А это в Хардстоун или вообще в принципе? Во всем. Так, начинается у нас третья партия. Счет 2-0 в пользу. Вот это, кстати, из туннеля руку завезли прям. Я думаю, что все надо оставлять. Шаман. Из туннеля руку завезли. Жаль, монетка. Вы думаете, рука шамана из каких-то иных мест появляется? Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Он ставит меня в тупик. Если честно. Ну и попытка разобраться фризмагом номер 2. Это фризмаг возвращения. Снеговик вновь рвется в бой. Снеговики-убийцы из открытого космоса. И на этот раз фризмагу будет противостоять агро-шаман. Старый, добрый. Нет, он не старый, он с призрачными когтями. Добрый всегда, агро-шаманы всегда добрые. Но скоро клыкар уйдет. И придет что-то другое. Камнедробитель будет стоить 2. Да нормально все. В новом дополнении присты будут тир 1. Им как карт не накидают. Пьюрифай уже есть. Михаил, тьма возрождений. Осталось еще добавить 5 сигнатурных легендарок по 10 кристаллов. Так что приста вообще шанса против игры не было. Убрать еще у него пару каких-то карт начальных. Верите в пристов, Александр? Верите в мету жрецов? Нет, не хочу мету жрецов. Жрецы мета. Процитирую фразу из одного, я думаю, известного фильма. Ненавижу, блин, жрецов. Да? Это не мое мнение, то есть я абсолютно толерантно отношусь к подобным, скажем так. В общем, это их дело. Но сам не признаю. Ну, каждому, Александр, свое. Мне вот лично жрецы вполне импонируют. На самом деле, если... Они никогда не были, кстати, тир-1, извините. Серьезно? Ну, тир-2 точно были. Вот вы серьезно, я вот сейчас думаю о том, что... Нет, была, пожалуй, только один прям колода
Ну смотри, я просто помню. Ультрасильное жрецо, это вот с могильщиками, с ну, андертейкерами, да. Они вот в паре Когда, с хантами. Короче, когда был как раз, когда мы вместе с Нагибатором из России начинали свой путь в Хардстоун, было это примерно одновременно, было это примерно 20 легенд назад, и у одного из игроков и 0 легенд назад у другого. Ну это не имеет значения. Так вот, тогда как раз была мета тех самых охотников в рассвет Накса, и ханты были тир-1, а хантам противостояли кто? Жрецы. Угу. И формально, ну, жрецы тогда были тоже тир-1. Ну просто у жреца механика класса такова, что их будут, вот либо все будут ныть, как сейчас происходит, что жрец не играет, а он действительно не играет, то есть тут глупо что-то отрицать, либо все будут ныть, что боже, как жрец надоел. Абсолютно не согласен. Были контроль жрецы, которые не были тир-1, которые были тир-2, тир-3, но они играли. Были драконы жрецы, были энзот жрецы, то есть жрец всегда был такой колодой. Не люблю играть против жреца абсолютно, вот даже сейчас, даже когда жрец не является, ну вообще, даже близко к, скажем так, топовым колодам, играть против жреца всегда неудобно. Но это, опять же, неудобно, скажем да. так, ну, тем... мое оценочное мнение. Не, ну, тем интересен класс, ну, как по мне. Ну, окей, ладно. Опять же, это все вкусовщина, скажем так. Тут тем временем потихоньку маг заканчивается, пока мы тут Пристастоуне разговаривали. Да, говорили о Пристастоуне. То, что жрецов нужно как-то усиливать, это безусловно, потому что то, что происходит сейчас, это грусть, печаль, тоска. Вот, кстати, можно, я думаю, обсудить такие более насущные моменты. Что произойдет с шаманами после фикса? Мне кажется, все нормально. Вот когда уже уйдут, ну там вообще непонятно, что будет, когда Новый год начнется. Когда ну, уйдут три дополнения, это, просто. Это не скоро будет. Я вот... Ну как это не скоро? На самом деле не так много времени осталось. Ну, там просто уйдут уже и туннельные троги, и тотемные големы. Ну, это ключевые карты. А тут неделя. Ключевые карты для именно агро-шаманов. Хотя, если вспомнить, агро-шаманы существовали до этого, они просто не были столь сильны. Я, кстати, не думаю, что будут агро-шаманы. Я думаю, знаете, что будет играть? Будут играть тотем-шаман наподобие того, на чем играет Ксикса с ведьмами. Ну, возможно. Потому что 7-7 там не используется. Ну, клыкары тоже уйдут. А клыкара можно как раз в тотем-шамане и оставить. То есть тебе и базовый тотем пойдет. Нет, они просто уйдут, когда... А мы говорим про Новый год. Про время. Угу. Нет, если сейчас говорить, так ну, и агро-шаманы не пропадут. Они не ослабнут, они видоизменятся, но они не пропадут, это 100%. То есть ослабление камнедробителя и клыкар-шамана, это, конечно, ну, болезненный удар, но он точно не выкинет из топа эту колоду, как шаманы будут играться. Они просто немножко поменяются. Но это, мне так кажется. Мне кажется, что шаманы все-таки будут утяжеляться еще сильнее. Мы увидим на турнирах ну, именно тотемы мид-версии. Уже сейчас мы видим такой, знаешь, вот агрошаманов вообще таких быстрых старых редакций вообще очень редко можно увидеть. А сейчас уже, скажем так, переходной период, когда мы видим что-то среднее между мид и агрошаманами. И, безусловно, ослабление мидробителя клыкар-шамана еще видоизменит современных шамов, и ну, за этим будет интересно понаблюдать. Ну, это все. А у нас тем временем как-то Коста-Рика-то 3-0, но остается вот тот самый тяжелый паладин, который меня и смущал в лейнапе. Мурлок Энзот пал от Дилан Гву. Да, и у Дилан Гву проблема в том, что у него паладин, я не представляю, как он будет играть с охотником. Этот паладин и фрисмагу должен проиграть. Этот паладин должен проиграть охотнику, должен проиграть шаману. В принципе, у Даркидена есть все шансы 4 раза победить эту колоду. Ну и заход говорит сам за себя. Первый, второй, третий ход уже есть. Ну, посмотрим, как пойдут дела. Осветительная ракета. Не поможет она нам. В этом противостоянии нечего доставать из стелса. Нету секретов у паладина. Ну, хотя а разве как что... Как тебе ход не в ману сейчас? К
Какой-то секрет можно раскопать. Как тебе трата монеты и ход не в ману? Потрясающе. Мне тоже понравилось. А теперь мы играем бабушку. Отыграл от труси. Нет, не отыграл. Не, ну понятно, что это глупо объяснить, но я хоть как-то пытаюсь анализировать ситуацию. То есть это сейчас как упрек прозвучало. Как упрек? Да. Несущийся кода разбивает бабушку. Серебряный клинок добивает волка. Слушай, ну так как играет Даркиден, я бы не был уверен в победе охотника. Но ему сама дорога к Монако. Ну вот Колумбия пока что спорно играет, да. Ну, радует она нестандартным подходом в той или иной ситуации. Смертельный выстрел забирает кода. В ответ появляется Мурлок-полководец. Рекрут паладин и смирение на... А почему на волка? Волка? То есть выгоднее, чтобы разменялся Олег и осталось существо с предсмертным хрипом? Да? Да? Да, Михаил. Выгоднее, да. I wonder. А, все, я понял, от чего отыгрываем. От Сайленса. Если Сайленс сейчас пойдет на Волка, и мы вернем у статы 3-3, то Дезратл пропадет. А Сайленс мы найдем откуда? Отовсюду. Там Сайленс, тут Сайленс, где хочешь, бери просто. Просто какой-нибудь инфест, из инфеста приходит... Железноклюв. Железноклюв. Все логично. Просчитано. Да? Ну, от инфеста отыграли, все хорошо. Или от паучьего клубка. Да, кстати. Паучий клубок вообще там целых три тенетника. Шанс получить железноклюва крайне высокий. Согласен. Хилимся, живем. А как тебе рекрут паладина не хил еще дополнительно на 3 единицы? Рекрут, но он присутствие на столе создает. Да. Плевать, что у нас в руках освещение. Не важно. Рагнарос, слуга света. Ну, кстати, в такой ситуации все просчитано. Я забираю свои слова, делаю клуб. Читает эту игру. Собакой 1-1 бьем по Рагнаросу, все в лицо, и Рагнарос наш. На 100. Подставляюсь под Quality Consecration, Skip Conceit. Неплохой план. Мне нравится. И жаркий финал Коста-Рика-Колумбия. Диланглу против... Монока. Смотри-ка, не хочет, не нравится твой план Даркидену. Даркиден хочет в финал. Удивительно. Вот так вот. Вот так вот. Вот так мы бахаем в Хардстоун. Анализируйте, Александр. Да-да. А обязательно, ну,
что так и говорить, когда ты комментатор. Ну, игрок. И смотришь за игрой Даркидена и Дилан Уолл. Но игрок сделал ход. Будет какой-то анализ ситуации, Александр? Вы комментатор? Я уже не уверен. Мне хочется просто насладиться игрой этих ребят. Ну что же, высокогриф, тут размены, 13 хп остается у Дилан Уолл. Равенство. Освещение. Погибает Рагнарос. Погибает высокогриф Саванны. Но вот беда. С гиенами разобраться мы не в состоянии. Приходит скорострельность. 9 урона, возможно, не хватает. Но мы разыгрываем бабушку из Сквайра. Скорострельность в лицо. Добираем еще одну карту. Королевский Элек. Сейчас вот появится на столе. Это да. Появится, не появится, появится, взять, не появится, появится, не появится. Ромашка закончилась. И появится. Но волк проигрывает Керну. В ответ мурглвратность может появиться. Или хил. Хилочек. На 20. То есть мы сейчас похилились на 2 меньше и убрали 2 урона и потратили карту. Интересно. Но это задел на будущее, которого нет, потому что все равно мы умрем очень скоро, если не поднимем сейчас освещение. Кстати, Анзот хорошо, он может возродить все, что умерло. Да умерло-то ничего. Нет, собиратель вначале погиб. Да, да, собиратель, точно, точно. Смотри-ка, какая мругловратность. Неплохая война снежабры в лицо. Но тут летал, не глядя. Мне кажется. И счет сокращается. 3-1. Просто не оставляет шансов своему оппоненту. Двойной волплейт от Дилан Уолл. Я тоже считаю, что волплейт. Волплейт. Я считаю, что волмет. Волмет. Я считаю, вот на самом деле, после этой игры, что кто бы ни прошел или Дилан Уолл, или Даркиден, они составят достойную конкуренцию Монако затем на американских финалах, а затем и всему миру покажут класс. Вот регион Америкас просто впереди планеты всей. Да. Ну и открывает вот этот билет на лан-финалы в Китае большие. На большой лан-финал уже. Который будет в Шанхае. Да, большие перспективы для игроков. Это билет в жизнь, билет в команды. Возможно, мы сейчас комментируем новых участников команды Na'Vi, Альянс. То есть Na'Vi возродят отдел по Хардстоун только из-за Monaco. Подожди, ну так тогда будет борьба между Alliance и Na'Vi за этого парня. Как в 2013-м будут просто закидывать нереальные контракты. Просто перебивать 12 000 в месяц, 16 в месяц. И это будет прецедентом для всего вообще киберспортивного сообщества Хардстоун. То есть зарплаты игроков резко возрастут. То, что сейчас мы говорим о том, что Тайсон Нил является самым высокооплачиваемым игроком в ХС вот на момент сентября 2016 года, тогда нам это будет казаться каким-то сюрреализмом, просто это будет нелепо и смешно, вот, когда... И на каких-то лан-финалах, возможно... Я же говорил, Вэлмэт. Возможно, в том же Шанхае мы будем видеть ситуации, как Тайс будет подходить к Monaco и просить деньги на маршрутку, например, до отеля. Маршрутку до Амстердама. Амстердам. На паром до Амстердама. Да, знаменитый, не исключая такой вариант. Шанхайско-амстердамский паром. Всегда на нем катаюсь. Шанхайско-амстердамский паром.
что, друзья, у нас увлекательнейшая встреча. Энзот Мурлок Паладина от Гилангву против Фризмага от Даркидена. Причем у Фризмага есть зараженный кобольд. Этот Фризмаг должен просто вперед ногами выносить Паладина, но... Не будем забегать вперед. Но это в Европе. Но это не точно. Да, европейский Хардстоун, он отстает от колумбийского. Где-то на год. На год? Что-то, по-моему, это... Ни один еще инженер-новичок не получал по голове трусильвером за всю историю, наверное. Блин, вот это Вэлю, смотри, карту добрал. Еще и вытянул заряд серебряного клинка. Классно, классно играет. Керн внутри с Бэйном. В ответ. Вестник Рока мог бы сыграть на опережение, но предыдущий ход мы выбрали просто в пинг. Ну что, продолжаем тогда по старой стратегии, пинг. Вообще, кстати, есть... я слышал такое мнение, ну вот от именитых фризов, вот Доктор Хиппи, Лафинг. Играют, что если вот просто на фризе не играть карты и просто пинговать, то ты гарантированно не ошибешься. Ну это логично звучит. Да? Я хотел бы отметить... Огромное количество дэмэджа в руке у Даркидена. Смотри, тут две ледяные стрелы, два копья и фаербол. И зараженный кобальт. Просто ловим Таурисана, и игра заканчивается. Пинг. Поэтому просто пинг. А куда спешить-то? Ну и больше Вестника Рока, например, поставим. Не. Под Вестника уже пришел, как мы видим. Слушай, ну тут рука у фриза есть и кольцо льда, и конус хода. Что хочешь? Ну, забирает. Еще дополнительный хил забирает. Гилангву. И та у нас еще. Боже мой, просто Таурисан впереди. Ну что, конус холода и... Весть. А может быть конус? Нет, потому что тогда пинг не прожимаем. Вот. Михаил, сейчас бы... Да, сейчас бы забыть. Не в ману играть. Да, у нас. Нам... В принципе, кобальта достаточно. Перебор колоды, ну, кстати, выглядит нормально. Быстрее найдем. Существа 1-1 погибают от Сильвера опять, и это... Просто хейт. Но здесь это выглядит логично, потому что... Железно тогда Кода убивает Вестника Рока, но вообще этот серебряный клинок принес невероятную ценность своему оппоненту. А вот теперь конус холда прочитал Кода и сразу Кода в рог. Кода в рог. Летит мороженое, и он замерзает. Сейчас бы рогом мороженое словить. Вот прямо так сверху, рожок на рог. И он ничего не может сделать. Он теперь ждет. И он только ждет, пока высохнет это мороженое. Он такой, ну куда я пойду, у меня бок и рог. Смотри, белому коню-то тоже на рог накинули. И Керну куда-то тоже. Керну просто на рога. Два рожка. Вот так вот щедро просто с барского плеча. Слушай, ну неплохо, неплохо. Рекорд тоже мелкий прибежал на раздачу мороженого. А уже все закончилось. А уже все закончилось. Так. Секрет это. Айсблок. Ледяная преграда. И торч. Забытый факел. Пинг-пинг. Ну потихоньку, потихоньку. Сносит ХП своему оппоненту Даркиден. Да, согласен. Белый конь хил на 6 и гнев карателя. Да, гнев карателя шикарно смотрится против фриза. Очень часто бывают такие ситуации в данном противостоянии, что мы видим, когда у паладина нет консекрейшна, нечем добить одну единицу здоровья, но... Хил на 6! Здрасте! Нет, на 2.
Хил на 6 только что был. Хил на 6 он сыграл. Не, я не шучу. Он только что при 28 хп вместо Урисана на столе похилился на 6. Что произошло? Почему? Красиво. Почему он Урисан? Мне кажется, что эта игра закончится на следующем ходу. Я, конечно, не специалист, мне лень считать урон. Но сейчас 12, кажется, 15, 18, да не считай, 22, Михаил, 26, по мане 3, 2, 0, 0, 1, 1, да, все сходится, и тут, да, там 26, и под кобальтом это плюс 12, о боже ж ты мой, 2 дает СПД, да, 2. Да, на каждый спел 2 СПД. Смотри, по мане, 5 маны, 8. 9, 10. Выходит, мы выходит, всю да? руку можем да, разыграть. Да. Просто вся рука. Ровно по мане это грязь. Боже ты мой. О. Сколько ты начинал? 26? 26 плюс 12. 38. 38 хп. Ну, если кстати, я айсблок снес. 12, 15, 18, 22, 26. Да, 26 плюс 12. 38. Бах. Бабах. Бабах. Бах, бабах, 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 бабах. Тут битбокс. Ну, Мурлока забери хоть. Дыркиден. Сейчас бы мисснуть фростболт один. Накормил утро мороженым. Прям. Утро. Как будто гланды удалили сейчас. Знаешь, когда... Михаил, ты не знаешь, что когда происходит операция по удалению гланд, то потом кормят мороженое. Типа, сколько хочешь, можно съесть. Примерно то же самое мы сейчас наблюдали. Что ж, друзья, счет 2-3. Да. Как-то немножко паладин подводит Дилангу. Самую малость. Но не все потеряно. Что можно сказать по предыдущей партии? И в целом по данным отборам. Мне кажется, что каждый новый день, он ярче предыдущего. Я согласен. Просто смотри. Со вторника начались ранние эфиры. Вот с... американского региона, ВЭСК, эфир из 6 утра. Первый день было невероятно тяжело комментировать. Там обычно вот эти скучные игры, Frozen против Залая, американский регион. Вот. Тяжело подстроиться, опять же, по графику. Вот. Вчера было веселее. Сегодня просто огонь. Я боюсь представить, что же будет завтра, друзья. И в этих отборах принимает участие 9 человек. У нас были отборы, где есть 4 человека. Завтра Мексика. Да, завтра мексиканский Хардстоун. То есть... Он, конечно... Скалопендр, алкоголь. Это все познания о Мексике, да? Чили. Тако. Буррито. Будем торговать... Сомбреро. Будем торговать завтра. Хотите так или буррито, пишите Александру в личное сообщение. Мне, кстати, написал один человек, говорит, привет, как дела, как тиранда получить. Привет этому зрителю передаю. Доставка по всему Киеву от Александра. Так, а буррито. Смотри, какой неплохой старт шаман-то ловит. Ну, на самом деле, шутки шутками, но это паладин пока что... Но пока это все идет к 3-3. Я, конечно, не специалист, но что-то с таким стартом тяжело будет. Ворчит тут данный голем. Монету добавляет со сквайром. Да, паладин как-то немножко огорчает. Появляется воин в синежабрах, Блугил Вориор и размен Трога. Ну, Трог опаснее, нежели этот. Трог идет домой в туннель. Тотем языка пламени лучше, чем способность героя, поэтому идем на 8 в лицо.
Пытается шаман здесь продавить. И в ответ, что разменяем? Ну, все-таки это там языка пламени, наверное. Ну, афералы в ответ. А с фералами-то что будешь делать? Куда ты бьешь? Фералы. Фералы. Наказание. Волчья месть. Да, в принципе, 10 из глубин неплохо смотрится так-то. Бей! Давай. Смирение очень сильно огорчит. Вообще нет, потому что 3 единицы остается. Освещение это сильно. Да, освещение помогает забрать нечто из глубин. Да, и снять божественный щит со сквайра авангарда. Ну, сквайр теперь сам по себе. Голенький сквайр, это щита. Голенький сквайр в прямом эфире смотреть. Да, без регистрации смс. Америкас, голенький сквайр смотреть. Вот я думаю, примерно так будет называться хайлайт. Тотем и... прилива маны. И призыв тотема. 10 хп. Утер. Что с лицом? О, тускар пришел. Еще одно освещение. Как же оно великолепно заходит. 3 бесполезных существа практически умрут. И тотем прилива маны остается на столе. Ну, на самом деле, это, пожалуй, лучший топ-дек, который тут мог быть. Так, а здесь портал для Дарки Вен. Вот поэтому эту карту скоро и пофиксят. Да, причем сегодня мы видели уже, как Лыкар Шаман приносил тотем прилива маны, теперь тотемного голема. Неплохо сыграно. Он не дробитель. Не дает летала. 4, 5. Ну, 8, 2 оф. Но медленно, но уверенно пробирается к лицу Утера. Трал, и вот уже паладин остается 5 единиц здоровья. Александр, что бы я хотел отметить? Колоде паладином, знаете, вот какое решение, да, мне кажется, спорным. Выкинуть пиромантов. То есть, вот так вот, да? То есть, смотрите, у нас есть... Ну, комбинация пиромант равенство, это, в принципе, уже прошлый век. Смотрите, у нас есть 2 запретных исцеления, у нас есть 2 humility, 1 собиратель сокровищ, 2 мурлока, 2 эквалити, 2 вестника рока, 2 мурлока, 2 трусильвера, 2 консекрейшена, 1 ульдеман, 2 кода, 1 добор в виде... 2 ульдемана даже. Сон двигал, не-не, 1 ульдеман, 2 кода. Okay. 2 белых коня, керн, сильвана, рагнарос слуга света, тирион, 2 мургловратности и анзот. Вот мне кажется, что... Немножко ничего-то, да, не хватает. Пиромантов не хватает. То, что мы вот как-то... Они помогли бы, я думаю, разобраться немножко. Да не. Это антиконтроль колоды. Я вот просто смотрю, что пироманта как-то не приходит уже третью игру. Да где? А я на самом деле на уровне шутки хотел сначала сказать, а вдруг там пиромантов нет, ха-ха. Как бы глупая шутка, а потом... Аккуратнее, Михаил, с шутками, потому что шутки могут оказаться и не шутками вовсе. А пиромантов-то нет. Слушай, ну неплохо, неплохо. Интересное решение. Продолжают удивлять нас сегодняшние игроки. Сэйки, где ты пиромантов потерял? Не было бы... Пироманты не было. Рарные они? Рарки же вроде бы, да, пироманты? Это же 200 пыли. Ну, кстати, да. Лучше легу как будто скрафтить. Так вон уже накрафтил легу. Все, что есть, запихнул. Хорош. Саженцы, буйный рост. Ребята просто пошли объяснять друг другу, что почем и кто не прав. Хранитель болот, хорошее продолжение для... Оркидена. С
Слушай, а вот я просто вспоминаю первые игры. Диванг уже нормально играл до того, как сел на этого паладина. Да? Ну, то есть были там какие-то нюансы? Чуть-чуть. Нет, для региона Америкас он играл... Ну нет, на самом деле, если серьезно, вот играл лучше всех пока что. Но он проиграл. Да. Вот. Ну, вот и... проиграл вот. Вот как бы единственный из этих игроков, кто в легенде. Ну, легенда не показатель скилла. Согласен. Ну, все знают уже давно. Согласен. Энзот пришел в руку Дюангу. Это хорошее подспорье. Древний бог придает уверенности. Статуя ворона. Я, кстати, вот думаю, что на самом деле решение... Рев даже, наверное. Решение, да, рев хорошо. Решение убрать пиромантов, оно пришло с опытом. С опытом. Большого количества игр на паладине, и это было наподобие... Ну, просто, это да как-то... ладно, и все равно не заходит, да, короче. Или лежат в руке, ты играешь темпа пиромантов, и как бы... Зачем, если можно что-то более ценное добавить? Согласен. Ну и поэтому два хьюмилити выглядят логичнее, конечно. Два года, два хьюмилити, все логично. Но при этом один добор, один... Подожди, а Алдоров он играет? Нет. Ок, вопросов нет. Алдоров тут нету. Обязательно, друзья, вот эту колоду я выложу, теперь клянусь, я... Поиграешь, Ладари? Я эту колоду выложу к себе в группу, вот прямо по окончанию сегодняшних Америкас. А играть будешь, Ладари? Топ 100 легенда, там все дела. Паладини от Дилангу. Челлендж слабо? Это нереально. В смысле нереально? Человек, он чуть веск не выиграл. Пройдя открытый слот без оппонента. Причем, смотри, он уже не первый раз, короче, смирение отдает на существо 3-2. Вот я заметил просто. Ну, сейчас Скода это может скомбинировать. Это по мане как бы хорошо. Да, да, он убьет, но вообще это забавно. То есть, ну, обычно смирение тратится там на, ну, каких-то прям солидных существ. Да нет. Ну, в колоде друида, в принципе, таких существ не может быть. Ну, под солидных существ у тебя есть Quality и Consecration. И Quality Consecration, да, то есть... И Quality с еще с одной картой, я слышал, комбинирует, ну, более, скажем так, шаблонные игроки. С Саленсом, с Purify. Угу, да, да, именно так. Классные игры сегодня. Друзья, всем привет! Я не знаю, как я засну после сегодняшнего. С вами студия Старладера. И это, друзья... Только начало. Это только цветочки, друзья, потому что завтра и послезавтра у нас еще классные регионы. У нас Мексика, друзья. Обязательно смотрите. Будет хорошо, будет интересно. Ребята, кто проснулся? Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. Все, кто смотрит нас сейчас, мы очень рады вас видеть. Мы гордимся. Вот лично я горжусь, что я комментирую эту встречу. Я ее потом будут пересматривать. А я просто сейчас... На Ютубе будут сотни тысяч просмотров. И я горжусь, что именно я комментировал эту встречу. И, конечно же, Монако в финале. Мы, кстати, уже... Игорь Безбородов звонил нам, да, по телефону и просил, чтобы он... комментировал финал с Монако, предлагал любые деньги за это. Ну, мы, естественно, мы отказали. За идею. Мы забаррикадировались в студии, да, потому что Монако бойс, Монако фэнс. Монако. С детства за Монако. За Монако. За Монако. За Монако и четвертую игру проигрывает на этом паладине Дилангу. Ну, не заходит, не заходит. Не заходит, бывает. Да, хорошо. Сбалансирована колода, отсутствие пиромантов дополнено, то есть отсутствие вторых дропов дополнено в виде нереального убер-лейта. Из лейт-карт, из тяжелых легендарок... Все играет. Да, все играет. Мы видели, как и Тирион замечательно отыгрывал, и Сильвана замечательно отыгрывала. Ну, конечно же, Энзот. Да, ну Энзот хорошо Дилангу проигрывает. Даркиден проходит в финал. Даркиден против Монако.
Вот, друзья, гранд-финал, колумбийское дерби. Ждем с нетерпением. Далеко не расходитесь, вернемся к вам очень скоро. И это будет незабываемо. Клянусь, это будет незабываемо, ребята. Dota 2 and Hearthstone, CSGO and StarCraft 2, the largest contests in the history of esports. Among the national teams, World Electronic Sports Games, the World Championship with a total prize pool of $4.5 million. Registration for Europe and CIS regions is open. The finals will be held from October 6 to 9 in Kiev, Ukraine. Win your slot in the finals of the World Championship. Register right now.